С кожным годом приватный бизнес оказывая все больше значный уплыв на экономичное житё региона. Об этом свечат такие лишбы. По выниках минулого года от предпринимальников у бюджет накировано больше як 4 триллиона 200 миллиардов рублёв. Это 23% от огульных поступлений, что на 5,5% больше, чем у 2014 годе. До речи, это другий показчик Украине после Минской области. Летось у регионе створено больше як 700 працовных предприемств, которые специализуются на вытворчести, розничном гандле и оказании послуг. Активно развивается бизнес и у сельской мясовости. Тут летось открыто свыше 170 предприемств. Значная роля зараз належит приватному сектору экономики у створении новых рабочих мест. Сёлета у сферы малого и среднего бизнеса плануется працалоткавать больше як 2300 человек. Для поддержки малого бизнеса у нас в области была утверждена и закончилась в прошлом году программа государственной поддержки. В этом году утверждена уже новая государственная программа на 16-20 год. Там предусмотрены финансирование, в том числе на ряд инвестиционных проектов. У нас создана большая и достаточно успешно работает сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Это наши центры поддержки предпринимательства, инкубаторы для начинающих предпринимателей. Мы готовы за счет бюджета провести курсы. Под час своих выступлений у представники бизнес-супольности в области говорят о перспективах и новых инвестиционных проектах. До прикладу, керовник приватного предприятия «Сажлобин» Александр Улянков лічить, что только поширение ассортименту продукции, освоение новых видов и творчести и переориентация рынков сбыту дозволит быть конкурентоздольными. Сёлета в городе Металлургов он реализует два инвестиционные проекты. Плануется открыть 120 новых рабочих мест и повеличить огульную колькость працующих на предприемстве до 500 человек. Мы в этом году имеем программу развития предприятия. Для нашего предприятия с целью стоит реализация инвестиционного проекта строительства медицинского центра в городе Жлобине. И мы хотим еще дополнительно построить один розничный объект в городе Жлобине. Кроме этого, стараемся развивать свое оптовое направление. Поэтому руки не опускаем и будем стараться, чтобы показатели 2016 года были лучше 2015 года. Александр Уленков, а так само еще 37 керовников приватных предприятий, отримали узнагороды за уклад у развития экономики в области. Означены так само старшини Решицкого, Кармянского, Будокошелевского и Жлобинского райвыконкамов за створение сприяльных умов для реализации предпринимательской инициативы. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».